«Мама устала, но это не повод отменять игры с ребенком. Отложите телефон, перенесите просмотр сериала, а на просьбу малыша поиграть с ним предложите свои нескучные игры». Шамаханская царица. В этой игре главную роль исполняет мама. При этом действия царицы не требуют активных движений. Главное – занять свое место – царский трон. Я шамаханская царица, и в ближайшие 15 минут ты будешь выполнять мои желания. По сценарию игры ребенок должен выполнять все прихоти царицы. Все, что требуется от мамы – войти в роль и манерно повелевать. Я замерзла, укрой меня! После каждого желания награждайте ребенка поцелуем и званием самого великого рассмешителя и угощателя. Подходящий повод для перерыва – пикник. Устройте его вместе с малышом на воображаемой лесной поляне. Для атмосферы включите звуки природы. Подайте в игрушечной посуде полдник, фрукты, орехи, печенье. Как правило, девочки с удовольствием накрывают стол и угощают уставших родителей. Можно у вас сделать макияж и прическу? В игрушечном салоне красоты спектр услуг может быть таким же широким, как и в настоящем. Массаж, маникюр, прическа, а может все-таки праздничный макияж? Можно мне вот здесь побольше розового сделать и блесточек добавить? Можно? Играть в такую игру можно не один час. Отличный способ провести время с малышом, а заодно и отдохнуть. Когда салон красоты ребенку надоест, можно заменить косметику на набор доктора и поиграть в больничку. Малышу-доктору есть чем заняться – послушать дыхание пациента, сделать укол или прививку уставшей маме, а еще провести осмотр горла и ушей. Все хорошо? Горлышко красное, а какие лекарства? Вы можете температуру измерить? 15-минутный перерыв или игра с малышом. Делать выбор не нужно. Игры, которые не требуют особой физической активности, от одного из игроков – отличный способ провести время вместе.